Всем привет, девчоночки! И сегодня пятница, отчетный мой день по весу. Вот неделечка моя прошла с правильным весовой категорией еды. И теперь я вам покажу, что у меня сегодня на весах. Взвешиваемся. Что у нас за недельное? Правильное питание. Опа. Заново встану. Перестояла. Сто 17 700. Итак, мой вес 117 700. А предыдущий вес у меня был 119 700. Минус 2 килограмма. За неделю я сбросила 2 килограмма. Ну, это килограммчик воды, а килограммчик, я не знаю чего. Килограммчик это то, что вот я взвешивала, что свою граммовку соблюдала, не переедала, не добавляла больше, чем положено у меня еды. Я вам не сказала, может быть, но калорийность-то я считаю так же, как и надо считать. Калорийность у меня на 1400 калорий я питаюсь. Я калорийность соблюдаю свою, но я просто сказала, что я и соблюдать начала и вес моей еды, моих тарелочек, моих съедаемых пищи, что я не стала доедать. Допустим, положить больше, класть больше еды, которой мне, оказывается, нельзя это делать. Ни салатиками, ничем. Салатики это тоже еда, и, говорится, можно и есть. Нельзя, вот мне лично, это лично мне нельзя. Может быть, вам можно, может быть, у вас другой совсем, другой организм, и у вас по-другому все переваривается, и нигде не откладывается, и надо искать под себя, надо подстраивать все под себя, и питание, и калорийность искать свою, а не то, что там в каких-то рамках вот так надо делать. Нет, нужно искать все для себя. Под каждого человека вы должны под себя все подстраивать. Брать там, и себе из этого выбирать, и себе делать свой и рацион, свой. Потому что некоторые люди худеют на картошке даже. Едят одну картошку и сало, и худеют. Так что это у каждого свое. Ну, я еще вот эту неделю, да и уже не эту неделю, а и дальше буду, конечно. Ну, я просто вот эту вторую, следующую неделю буду смотреть. Смотреть опять, наблюдать за собой, смотреть. Может быть, мало ли, может, я обманываю, и оно полезет вверх. Кто его знает? Ну, еще вот эту неделю я буду смотреть. Сегодня мои тарелочки, посмотрите, они у меня даже на 1 килограмм еды получились, не больше. Воды много я выпила, сегодня тоже много я выпила воды. Но воду я не учитываю вместе. Я покажу вам мой калькулятор калорий, там все учитывается. Но я отнимаю воду я не учитываю, и у меня сегодня 900 с чем-то. Ну, в общем, до килограмма я съела еды. И, как видите, минус 2 килограмма. Я очень рада. Я достигла 117,7. И надеюсь, что дальше у меня будет... Смотрите мои тарелочки за сегодня. Это сегодня я снимала, за сегодняшние тарелочки. И потом я покажу или в конце, или перед тарелками свой калькулятор, если там будет видно. Я сняла, конечно, все мое просчитанное. Так что не переключайтесь, смотрите. Всем привет! Это у меня сегодня завтрак. На завтрак у меня вот бутербродик с рыбкой. Хлеба 44 грамма. Рыбки 33. Здесь у меня 230 грамм все вместе. С ягодами. Это сырнички. И кофе. Без молока. И без сахара, без всего. В сырнички я добавляла такой сахарозаменитель. Я уже не показывала. Сейчас покажу еще. Он 0 калорий. И прям чуть-чуть добавила.
капельку, да, вот там мерная ложечка есть. Половинку мерной ложечки добавляю. А в сыром виде 140 грамм творога я брала. И, в общем, весь вес моего завтрака, кофе я не учитываю. 310 грамм. Всем приятного аппетита. Калорийность я, конечно, сейчас сразу не могу сказать. Я уже там посчитаю. Потом сделаю. Всем приятного аппетита. Девчоночки, на обед у меня супик рыбный. Варился из голов горбуши. Головы коту. Себе суп. Хотя кот головы не стал есть. Вот. Здесь ничего нет такого в супе. Только немного картофеля, лук, морковь. Все. Зраза вот эта вот куриная с грибами там. Грибы с сыром. Сейчас разрежу, покажу разрез внутри. Фарш куриный. Добавила опять в фарш немного творога и отрубей. И слепила вот такие вот зразики. Внутрь положила грибочки. Овощи. Здесь 19 грамм огурца и 50 грамм помидоры. В общем, вес моей порции это 377 грамм. Чай зеленый, просто чай зеленый. И сейчас я вам хочу сказать. У меня получается, значит, калорийность моего завтрака сегодняшнего 529 килокалорий. Калорийность моего обеда 269 килокалорий. Еще упомяну, что 529 килокалорий завтрака это вместе с кофе. В кофе тоже калории прибавились. Также и обед. Здесь написано чай зеленый. Чай зеленый тоже прибавила, получилось 269 килокалорий. А по весу у меня был завтрак 312 грамм, обед 377 грамм. Всем приятного аппетита. Сейчас разрежу, сразу покажу. Одной рукой неудобно. Вот разрезала зразу с начинкой. С грибной. Я надеюсь, видно. Вкусно и полезно, и сытно. Так, девчоночки, я решила вам показать. Вот мой калькулятор калорий. Дневник питания. Или МЗР. Это у меня завтрак здесь, обед, ужин. Все просчитано, видите? Добавляю даже, я не знаю, видно или нет, добавляю даже вот вода, кофе приготовленный, вода, чай зеленый. И вот у меня результат. Цикорий написано, и вот это, что на ужин я буду есть. Количество вместе с водой в граммах 2755. Но это просто количество. Это я не считаю. Я считаю, отбавляю вот эту всю воду и считаю, сколько я съела еды. А вода это, да, она тут считается, но я ее не учитываю для себя. Вот, калорийность на сегодня вот такая, 1000 калорий. Маловато, мне нужно есть на побольше, ну, пока так. Сегодня вот так, такая калорийность. И листаем дальше. Что у нас тут в соотношении всего? У нас как тут? В общем, воды у меня получается 2441 грамм. А надо 3 литра или граммов. Ну, в общем, воды я не добрала, остальное нормальное. Белки что-то многовато. Ну, в общем, и плохое соотношение натрия и калия. Ну, вот я еще немножко вот так смотрю вот здесь, вот что и как. Так что вот так-то у меня вот подсчет идет. Ну, количество еще еды я отдельно считаю. Это воду я не беру.
На ужин у меня вот горбуша, жареная вот с отрубями. И помидорчик. Вес моей порции 266 грамм получается. И цикорий у меня растворимый. А калорийность от моего ужина 256 килокалорий. Вместе с цикорием калорийность, я считаю. А граммы без цикория, без напитка. Цикорий пока без сахара я пью. И без молока сегодня. Всем приятного аппетита. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. И подписывайтесь на мой канал. До новых видео!